это сойка. Вот красивая какая. А тут света вон ягодки остаются какие-то маленькие. Вон видно их. Они вот эти пытаются. Такой мороз у нас сейчас, как всегда. В Чите. В это время. А птичкам. Вон как они весело себя чувствуют. Ой, много их как. Сойка. С каким-то она гребешком. Наконец-то сегодня мы увидим кино, друзья. Сегодня ясная погода. Ну, ветер. В такую погоду очень хорошо видно. Вон просматривается наш кино. Озеро. Жемчужина нашего города. Ну, говорят, отсюда все начиналось. История Читы. Она, кстати, так и остается. Там, кстати, вон виднеется. Ну, деревья немножко мешают микрорайону выстроиться. Там радиостанция, которой больше 100 лет на берегу Киномы. Кстати, известие Великой Октябрьской революции 17-го года пришло в Читу не по телеграфу, а именно по той радиостанции. Уже тогда что-то это было доступно, возможно. Кстати, гражданская война, это подразумевает, изучая историю, просматривая все архивы. Что такое гражданская война? Сопка наша, сопка ваша, как военно говорят. Так-то да, белые, красные зайдут, выйдут. И почему-то именно почтовых служащих ни белые, ни красные не трогали. То есть связь в то время даже была, это много значило. Вот такие интересные факты узнаю я. И вам это все передаю. Ну, читая много о Чите, о Забайкале. Все это доступно, кстати, в сети. Ну, а мы с девочкой идем со школы. А вот отсюда еще будет лучше видно. Сегодня хороший день такой. Я, кстати, готовлю цикл о Чите опять. Снимаю. Все это на ютубе готовлю. Может быть, вам это будет тоже интересно. Всего доброго, друзья. С наступившим Новым годом. Счастья. Удачи всем. Ну, а мы уже дома.